В «Триумфе» провели ежегодный фестиваль чирлидинга. Спортивный праздник объединил чемпионат и первенство городского округа Люберцы, а также турнир российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Тему продолжит Богдан Колесников. Команда «Не сиди» из Люберец не пропускает ни одни соревнования. Спортсменки уверены, чем чаще выступления, тем больше они развивают свои физические и волевые качества и быстрее добиваются мастерства. Да, много побед. Два раза на чемпионат России выбирались. Привлек вид спорта тем, что ну, тут мы командные, у нас вид спорта, а выступаете ради эмоций. Мы любим чирспорт! Такие соревнования набирают популярность и среди взрослых. Мамы и папы юных спортсменов тоже поборолись за призовые места. Команда Wildcats приехала из Октябрьского. Чирспорт очень заразен. Он вначале заражает родителей болельщиками стать, а дальше уже все по плавной переходит, и мы становимся командой. И я вот таким образом привлекла всю команду, всех родителей, наших детей. Самое главное, знаете, в чирспорте это желание и настрой. Это нас не отбавить, и только прибавляется с каждым разом. Азарт, да. Судьи выставляли баллы за сложность программы, синхронность, артистичность и зрелищность. Но в первую очередь акцент на технику исполнения элементов. Все зависит от возраста, первый момент. Второй, у нас есть танцевальные дисциплины, есть акробатические дисциплины. В каждом направлении есть своя сложность и свои акценты. Любой элемент должен выполнить чисто. И тогда судья, конечно, поставит ему высокий балл. Открытый турнир РФСО «Спартак» по чирспорту объединил чирлидеров из Люберец, Москвы, Лыткарина, Долгопрудного, Королева и Раменского. Всего 25 клубов, а это почти 600 спортсменов. Мы растем, мы развиваемся. У нас уже более 16 клубов только по городскому округу. Еще не все, правда, в составе федерации, но они к этому идут. Каждый спортсмен, будь то ребенок, взрослый, они приходят с разными интересами. И мы каждый раз стараемся акценты делать не только на индивидуальности спортсмена, а также на командном духе. Сейчас, тем более в это неспокойное время, это очень важно. По результатам чемпионата и первенства лучшие спортсмены представят люберцы на областных соревнованиях, которые пройдут в феврале в городском округе Щелково. Победители турнира РФСО «Спартак» выступят на чемпионате России в мае. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.